В Орленке прошел первый в России международный судейский семинар «ФИМ» для технических комиссаров по мотоциклетному спорту. Участники побывали на мастер-классах и лекциях. Некоторые даже сдали экзамен на получение лицензии международного класса. На семинаре побывала Лиана Коблева. Семинар для технических комиссаров – это прежде всего повышение профессионального уровня. Его участники – спортивные судьи, председатели региональных судейских коллегий, руководители региональных федераций. На встрече с представителями ФИМ знакомятся с основными кодексами, регламентами и новшествами Международной мотоциклетной федерации. Я официально подтверждаю, что данный семинар проводится впервые. Впервые мы проводим семинар технических комиссаров Международной мотоциклетной федерации в России. И основная цель, ради чего мы это делаем, чтобы повысить профессиональный уровень технических комиссаров в России, чтобы дать им больше знаний о том, чем занимается Международная мотоциклетная федерация, какие существуют правила, какие новшества в этой сфере. Первая часть семинара проходит в форме лекции, где участники узнают об организации и правилах проведения мировых соревнований технических видов спорта. После начинается практическая часть. Комиссары во время соревнования проводят технический контроль. Одно из главных требований – замер уровня шума мотоцикла. Об этом на практическом мастер-классе рассказывает представитель международной комиссии Алан Лаурмайя. Он детально показывает, как правильно устанавливать мотоцикл, куда направлять микрофон и как пользоваться прибором, чтобы определить неисправности. Одной частью из технического контроля является замер шума, потому что мотоциклы, они должны оставаться в определенных пределах. Они не могут быть громче, чем позволено. И мы измеряем шум у каждого мотоцикла. И если они не выполняют эти требования, то их не допускают на соревнования. При проведении международных соревнований необходимо наличие у судьи лицензии старшего технического комиссара. В рамках семинара на мототрассе «Орленка», который отвечает последним мировым стандартам и техническим требованиям, комиссары проходят практический тест-экзамен. Задача тестуемых – провести осмотр мотоцикла и определить неисправности. Это в первую очередь повышение своей квалификации, повышение уровня знаний моих, возможность участвовать в мировых чемпионатах грядущих в качестве технического судьи. Это не так просто, как кажется. Еще должен отметить, что практический экзамен нужно сдавать 100%. Тут нет возможности ошибиться. Те, кто проходит практический тест в рамках семинара, получают лицензию старшего технического комиссара. Свои навыки и знания судьи смогут применить на практике уже в августе этого года в Орленке на чемпионате мира по мотокроссу среди юниоров. Лиана Коблева, Дмитрий Гришин, Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ».